звезды. Звезды прилетают, звезды улетают, а мы остаемся, и вы остаетесь. Я тоже иногда люблю полетать. Иногда к облакам, иногда к звездам, а иногда в кисломолочный трип светских сплетен, а порой и в перченую солянку необратимой правды. Сказочный эльф с голосом Мефистофеля и главарь банды юмористов-острословов, названных в честь района города, куда редко кого заносит, 95-й квартал. Владимир Зеленский. Звездный рейс на GTV. Привет, меня зовут Инесса. Рядом Вова. Вова. Да. Да, все это все. Как у всех, наверное, детство, только в Монголии. Разница только в том, что были различные мальчишки, говорящие на разных языках из всех республик Советского Союза. Учился там в школе, а говорил с ними по-монгольски. Ничего не помню, кроме слова «бахкуй». Это значит «нету». Родители на работе, у тебя ключ на шее, ты забываешь закрывать двери, все выносят из квартиры. Это все было, ты получаешь ремня и заслуженно. Я на самом деле достаточно мягкий человек, поэтому я такой, знаете, мне все жалуются. Знаете, существуют люди, которым все всегда жалуются. Да, то есть я очень умею слушать, не всегда хочу, честно скажу. Вот, ну, умею. Пацаны, ну вы ж, когда придумываете свой юмор, вы ж, наверное, курите, да, такой. Я говорю, да нет, ну, вообще, ну, я, чтобы что-то придумать толковое, надо, собственно говоря, и находиться в состоянии толковом, да, вменяемом. А женщины признавались и в любви не раз, и мы вас безумно любим, и поехали там туда-то. Но, слава богу, мужчины мне интимных услуг не предлагали, да. Несмотря на... Тем не менее, прецедентов не было. В небе, как и в шоу-бизнесе, главное, чтобы голова не кружилась. Ну, а если закружится, важно иметь при себе бумажный пакет. Нет, ну в небе понятно почему. А в шоу-бизнесе для того, чтобы складывать деньги, когда полстраны от твоего интерфейса просто требуют пакет по первому же поводу. Меня выводило из себя очень сильное человеческое хамство. То есть, видимо, я очень свойский, в общем, по отношению к людям, ну, как они думают, с экрана свойский, да? Поэтому меня всегда тыкают, меня всегда обнимают, мне всегда предлагают там рюмку, всегда меня садят, очень часто меня поднимают на руки, пытаются поднять, побросать и так далее, да, пожать так, что там перехватывает дыхание. Да, на самом деле это нормально, это они не такие, они просто они не знают, как выразить свои эмоции. Допустим, пляж, вы выходите в Крыму на пляж, в плавках, идете, то просто нырнуть, и ты слышишь там, посмотри, а у него жирок. Там, или посмотри, слушай, его попа, ой, у него что-то кривые ножки, а он не такой высокий, боже, он не такой крепкий, там, или так далее. У него волосы на груди, там, да? В силу своего холерического там характера, да, я там как-то реагировал сначала, а потом были люди, которым отказал и не дал автограф, или не сфотографировался в силу каких-то там причин занятости, либо там спешности куда-то. И слушал много. Вот такие вещи я никогда не прощаю. Звезды, они же тоже люди. Ходят иногда ножками, хотят кушать, пить. Хотят еще лимузина вдоль чагабанов. Звезды, когда зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А когда они гаснут, значит, просто кому-то надоело вкладывать в них деньги. А для чего ты рожден? Не знаю. Знаешь? Да, знаю. Тогда не скажу. Когда человек говорит, мужчина, да? А коль ты настоящий мужчина, ты должен, если говорить, под этим должно быть, да, понимаете, факт, фундамент. И уж добр будь, если ты сказал, выполняй. Да, нет, но это правда. Если я сейчас скажу, что я чувствую, что я там, да, готов и хочу всю жизнь и так далее. Если я это скажу, значит, я это должен сделать. Я бы хотел сыграть то, что никто не играл. Мне не интересуют классические произведения абсолютно. Сам себе я не могу предложить то, что я написал, понимаете? То есть я могу написать, если кто-то со стороны скажет, слушай, там, из партнеров, ты же написал, это твое, вот ты должен сыграть, тогда да. А так я, к сожалению, пишу, и кто-то это делает. Я вам скажу,
Я верю. Я верю только детям, потому что они не умеют врать. Да, у меня дочь Саша 4 года. Вот для меня авторитетный человек, который говорит, что это ты на себя одел? Я понимаю, я оделся не очень. Талант и талантливый почти одинаково. Бездарность и бездарный феерически по-разному. Танцы со звездами, завтрак со звездами, танцы на льду, пейтинг со звездами. Чем бы звезда не тешилась, лишь бы не беременела. Хотя вам, мужчинам, конечно, полегче. Ты фетишист? Нет, вы что? Вообще нет. Нет, нет. Не, ну почему не нравится? Я достаточно спокоен ко всему такому. Ко всякому. Не страдаю, не замечал. Может, со стороны видней? Ну, тогда скажете там отдельно без меня. Он фетишист. Так что, город живи, смотри GTV. Владимир Зеленский. Специально для вас. Спасибо, пока. Удачи. Звездный рейс с Владимиром Зеленским подошел к концу. Не опаздывайте на следующий рейс. Тем более у нас в гостях Дмитрий Калиденко.